УЕФА возбудил дисциплинарное дело против Федерации футбола Армении. Согласно информации, опубликованной Союзом Европейских футбольных ассоциаций, причиной стали события на матче Армения-Хорватия, который состоялся в Ереване в рамках отборочного этапа Евро-2024. Армянскую федерацию обвинили в закрытии общественных проходов на стадионе, в передаче политических и провокационных посланий, которые имели место во время игры. Кроме того, во время игры армянские болельщики использовали пиротехнику, и матч начался с опозданием. К ответственности могут привлечь главного тренера сборной Армении. Напомним, во время матча, в котором Армения проиграла Хорватии со счетом 0-1, над полем был поднят квадрокоптер, к которому был прикреплен кусок ткани с символом сепаратистского режима, поддерживаемый Арменией на территории Азербайджана. Ассоциация футбольных федераций Азербайджана сразу же выступила с заявлением и подала жалобу в УЕФА и другие подструктуры против всех видов действий, направленных на использование футбола в качестве политического инструмента.